Я им всегда говорю, куда вы лезете? Алла, кеда семечки сад. Так я им всегда говорю. Иди сиди, свои семечки продавай. И если, не дай Бог, что-то будет, один на один, мы их элементарно на колени поставим. Я вот еще раз пример приведу. Великая Отечественная война. Назовите хоть одного генерала азербайджанца, который воевал и прославился и так далее. А армяне все же пять маршалов дали, не говоря об остальных. Вот согласно положению, они один раз сунулись через Мардакерское направление и дошли до Трембона. Но они оттуда очень быстро были выбиты, и они остановились около деревни Мгоз. Есть такое дерево. Я в Мрозе был. И сейчас линия идет по Мгозу сказать, что если начнется их на вторжение и так далее, обученность наших командиров сейчас не те времена. Я разговаривал, встречался с командирами батальонов, бригад и корпусов. Вот, в частности, с командиром пятого корпуса, который окончил Академию Фрунзе и прошел курсы Академии Генерального штаба. Это мыслящие ребята. Они прошли уже и практику, и на деле. Ты думаешь, почему так последний раз стрельба артиллерийская дуэль была, и столько погибло азербайджанцев? Потому что они не умеют делать расчеты, ведь стрельба с артиллерийских систем, это не автомат пулемет целится. Там надо математические расчеты делать. И правильность от этих расчетов зависит, снаряд туда упадет или не туда. В этом плане армянам нет цены. Я помню, в Германии, когда я был замком армии, начальником артиллерии одного из дивизий, 54-й дивизии, был армянин Акопян. Какой он был арте Командующий во время подведения итогов посмотрел его хвалил так, что мы до слез доходили. В этом плане подготовленность офицерских кадров не автоматная война будет, понимаешь, намного выше, чем азербайджанцев. Вот это мне дает право вот так вывод делать. В этом плане у нас большое преимущество. Подготовьте командных кадров, умение вести боевые действия.